Уникальные документы о первом в истории научном исследовании кумыса недавно обнаружили в архиве Карагандинской области. Диссертация о полезных свойствах напитка была написана еще в 1896 году слушателем Томского императорского университета Амиром Айтбакиным. Его научный труд теперь хранится в музее района. Айтбакиным было определено соотношение сахара, алкоголя, кислотности, белка, минеральных веществ и других полезных элементов и свойств, содержащихся в кумысе. Сейчас до сих пор ведутся разговоры о родине кумыса. Многие народы претендуют на авторство этого напитка. Теперь мы хотя бы точно знаем, кто впервые его научно изучил. Это сделал Амир Айтбакин.